Доброе утро, Масик. Доброе утро, Мирка. Так красиво лежали. И что вы? Хотите на меня запрыгнуть, да? Они ждали меня, чтобы я их выпустил на улицу. У нас такой ритуал. Я выхожу, просыпаюсь, они лежат на коврике, ждут меня. Потом встречают, потом я их глажу. Потом я их даю им вкусняшки и выпроваживаю на улицу. Все, угомонились. Они, когда меня видят, начинают сразу беситься. Ну, как бы за право, кто же первый подойдет к хозяину. Потом, когда я отрезал вкусняшки, они перестали баловаться. Они знают, что сейчас пойдут на улицу. И вот они с большим терпением ждут. Смотрите, какое терпение. У кого больше терпения? У Марсика или у Мирки? Мирка делает вид, что ей это, ну, абсолютно ни к чему. Какие-то там вкусняшки, подумаешь там, ой, да я этих вкусняшек, вон, по 25 блинов съедала. И ничего, а тут подумаешь, Марсинчик, а что это ты скромненький такой, Жень, ты бы мог себе такой завтрак устроить, или Мирка, гляньте, прыгнуть сюда, а отсюда вон и туда, а там Виктория Александру Доку, гляньте, какой бутербродик приготовила. А, Марсюха, ты какой порядочный. Она забыла закрыть вот так вот. Вы же знаете, что обычно отсюда прыг-прыг и там. Ну, за то, что вы такие порядочные, за то, что вы такие приличные песики. Вот я вам. Так, нет. Пошли. Пошли со мной. Только не пытайтесь мне откусить руку. Не пытайтесь. Мирка это делает. Марсик тоже делает. Он видит. Они все пытаются мне отхватить руку. Пошли. День такой хороший. На улице у нас тут солнышко. Смотрите. Ленкоранская акация цветет. Ну, конечно, им тут ленкоранская акация как бы до лампочки, наверное. Они думают, ты нас баснями не корми, а давай-ка нам вкусняшек. Ну, я дождался Лерочка, чтобы было справедливо. Марсику раз, Лирику два, Мирка три. Все, а я пойду полюбуюсь ленкоранской акацией. Вот у нас душевая установка. Видите, это у нас вот стоит тазик. При желании они сюда не хотят заходить. Но Мирку один раз я видел здесь. Она заходила. Ай, надо было мне, знаете что, земляне, кинуть туда колбасы. А я что-то не догадался. Но я ж шел к ленкоранской акации. Вот она, моя красавица. А вот они, видите, эти вот будут скоро. И вот она, какая воздушная, такая красивая пушиночка такая. Всегда утром подхожу и любуюсь. Ну, что? Наверное, я ошибочку исправлю. Сейчас мы их будем приучать. Приучать к душу через колбасу. Я порезал так колбасу. Ну, наверное, вы догадались уже. Лирика ни за какую колбасу не загонит в душ. О, как он стоит на задних лапках. Лерочек, с тобой такие эксперименты не прокатят.
Так, вы отходите. Лерочек, опа, все, Лерочку дал. А вы пошли именем тяпки. Пошли, будем экспериментировать. Я, помните, обещал раньше, что только через колбасу. Вот. Вот колбаса вам. О. Пока это, а? А я закрыл. Закрыл. Иди, там еще колбаса есть. Ну что, наверное, придется мне. Как же мне снять? Я же не могу одной рукой поднять и облить их водичкой. Жарко же. Марсенчик, ну, наверное, я вот так сделаю. О, вот, все. Ну что, выходите. Мне не хотят выходить. Вот так лучше было. А я там включал распылительную установку. Вот надо было что, колбасы? А вон еще кусочек остался. Мирке понравилось. А вон ей награда, видите? Она увидела эту колбаску. Ну что, вот такое утро. Свеженькое. Утренний душ. Вон еще колбаска. Вон, вон, Марсик. Вот, нашел. Все. Это надо будет набрать теперь сюда водички. Ну что, понравилось вам? Конечно, понравилось. Все, видели, как мы придумали? И собачки целые, и душек теперь не является газовой камерой, как его там кто-то назвал, а именно полезным таким изобретением. Буду теперь купать их через колбаску. Надо будет поехать закупить колбасы побольше. И они... Ой, они... А как же они? Надо же открыть. О, и они будут теперь туда заходить. Заходи, Мирка. Заходи. Представь, что там колбаса. Нати. Там же запах остался. Видите? Все, вот она. А то было добровольно-принудительное купание. А теперь у нас оно добровольное. Без принуждения. Сколько радости, сколько. И вот они ж мокренькие, свеженькие. Ай, как аж сам бы так ступался. Марсюха, ну что? С добрым утром всех землян. Закончу. Вот. Утро. Великоранская акация передает всем доброе утро. Вот эти нежненькие тычиночки. Пусть создадут у вас, земляне, такое радужное настроение. А это после купания. Видите? Это по скрипту. Это все после купания и колбасы. Что, здорово? Марсенчик, стар ты стал. Тяжело как дышишь. Мирочка-то молоденькая, а ты за ней гоняешься. А, Марсюха, это тебе не ящерица. Это Мирка. Да, Мирка? За ящерицами можно, конечно, спокойненько. Прогулочку, а за это надо бежать. А ты уже видишь, у тебя дышечка. Мирка, ты ж пожалей Марсенчика. Что там у тебя во рту? Что ты там уже ешь? Ты ж только колбасу ела. Ну, одно другому не мешает. Но я же отвлекся, я, знаете, я же показывал Ленкоранскую акацию, они тут как побежали, и я схватил камеру и давай снимать. Ну, земляне, еще раз вас с добрым утром, кого-то с добрым днем, а кого-то даже, не побоюсь сказать этого слова, и с добрым вечером. Вот мы поздравляем, желаем
всем добра, счастья, радости, вдохновения. Всего желаем наивысшего.